Всем большой привет, снова Караганда, снова лайв, снова, в общем, все, как вы уже привыкли. У меня сегодня будет новый ракурс просмотра тенниса. Я вам сейчас его покажу до того момента, пока еще не начался матч. А потом, когда уже сам матч будет идти, будет играть наша Анастасия Ковалева против Елены Малыгиной. Вот этот матч я собираюсь смотреть в самом начале игрового дня. Я буду стараться записать некоторые видео, но это будет исключительно молча, потому что матч идет, потому что рядом и судья, и теннисистки, и, в общем, чтобы ни в коем случае их не отвлекать. Сейчас я вам просто покажу этот ракурс, с которого я смогу посмотреть. Вот, смотрите. Вот я, грубо говоря, буду стоять вот здесь, и перед вами скамейка, где отдыхает теннисистка. Совсем рядом судейская вышка, совсем рядом корт и, видите, сетка, да? А здесь этой сетки нет. И здесь я могу видеть все без каких-либо преград. В общем, это, на мой взгляд, очень круто. И сегодня я, как минимум, первый матч буду смотреть именно на этом корте. И именно по этой причине в первую очередь. Вот такая вот история. До скорых встреч. Много еще наших, собственно говоря, с вами сеансов связи запланировано на сегодня. Что будет, не знаю. Ну, что-то будет. Пока.